Ранен! Боже, как же тяжело бегать. Теперь меня легко услышать.
лучше убирайся отсюда! Без него вступаю в бой! Ранен!
Вступаю в бой! Thank you.
Послушай, Михаил, у меня серьезные проблемы, даже не знаю, как сказать. О, выглядишь неважно. Да говори как есть, на граничном всякого полно, думаю, что не удивишь. Вчера после выполнения одной задачи я, может, выпил чего или надышался чем-то, но со мной говорил какой-то голос. Какой голос? Словно в моей голове. Не подумай, я не пил, не употреблял ничего. Мой куратор, он тоже сообщил, что с ним говорил голос. Мне что-то подобное знакомо. У меня был партнер и друг, Серега. Мы с ним работали еще до того, как все случилось. Однажды пришел он ко мне, выпили, разговорились. И он начал мне втирать про какой-то голос. Мол, он с ним говорил. После этого его видели на острове, но лично я больше не встречал. Пропал куда-то Серега. Попробуй поискать его. Где мне его искать? Ну, насчет него самого не знаю. Он жил в Горнецке. Это в квадрате С1, далеко на севере. Знакомые рассказывали, что он всю квартиру исписал чем-то. Ах да, номер дома его второй. Если Серега жив, то расспроси его. А если нет, то поищи записи, он мог вести дневник. И еще, просьбу можно, дружище? Да, конечно. Мне скажи, жив он или мертв? Обязательно, дядя Миша.
сюда. Познакомимся. Я слабел, кажется. Братва, у нас гости! Нам почему?